Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки, сегодня с вами снова я, Тигранада и Колесная Лира. Шучу. Нет, я серьезно, на самом деле, просто невероятно офигенная компания у Gears Russia прислали мне на обзор Колесную Лиру. Вы только посмотрите на то, какая она большая по сравнению со мной, да? И посмотрите, как здесь много деталей. Все подробно вы увидите после того, как я расскажу свое мнение, которое я очень хочу рассказать. И это невероятно приятно держать в руках. Смотрите, как здесь все очень красиво. И вот эти вот струны, которых здесь несколько. Вот эти вот кнопочки, которые нажимаются. Это все работает. И это музыкальный инструмент. У Гирса занимаются сборными деревянными моделями. Конструкторами, которые собираются вручную, абсолютно без клея, которые держатся за счет шестеренок. Я обязательно укажу сайт где-нибудь здесь, а может быть там внизу в ссылке, обязательно загляните, посмотрите. Данный сайт является эксклюзивным поставщиком вот таких вот сборных моделей в нашей стране. В России конструктор появился в прошлом году, вызвал ажиотаж на рынке сувениров. В России было продано 70 тысяч экземпляров в период за сентябрь 2016-2017 года. В этом году компания UGIRS вышла на Kickstarter. Если кто не знает, то это такая площадка, где любой из нас, кто делает какой-то свой проект, может собирать деньги на то, чтобы этот проект реализовался. По секрету скажу, даже многие мне предлагали основать там проект с моими иллюстрациями и тоже зарабатывать на реализацию книги с моими иллюстрациями. Но пока это все в таких облачных мечтах. После удачного выхода в 2016 году я собрал более 400 тысяч долларов и снова собрал приличную сумму вместе с запрашиваемой. Около 300 тысяч долларов, это от почти 3000 людей. Причем компания еще не завершена. Ссылочки в описании, можете пройти, поддержать проект или рассказать друзьям. Я с нетерпением жду новых моделей, когда ребята придумают какие-то новые конструкторы, потому что вот эта вещь меня впечатлила. Я просто обожаю деревянные игрушки, деревянные конструкторы, все экологическое такое, и это как-то сближает с природой и с тем, кто мы есть, да, и напоминает о детстве, об истории, не знаю, это безумно приятно, это пахнет деревом, пахнет природой, каким-то естеством, и это в то же время приятно держать в руках. Сразу скажу, что это нелегкий труд собирать вот эту вот лиру. Мы с родителями собирали ее очень долго. И в какой-то момент нам пришлось разобрать половину того, что мы собрали. Потому что мы просто неправильной стороной вставили маленькую-маленькую детальку, из-за которой створочки вот эти вот, они не скреплялись до конца, а стояли довольно-таки криво. И это могло сломать вообще всю основу. Поэтому я скажу, что это совсем... не детская игрушка даже, но вместе с детьми можно собирать. Это больше такое развлечение для взрослых, и это не просто развлечение, а если вы музыкант, то вы можете радовать своих друзей вечерами, играть на ней музыку, причем она музыкальная, действительно, я покажу вам в конце ролика ту музыку, которую сыграли мои родители. И теперь мы горим идеей найти ноты на лиру, чтобы сыграть «Игру престолов». Хочу сказать, что сборка этой модели и вообще подобных конструкторов очень сближает людей. У нас с родителями никогда нет времени, чтобы вот так вот собраться вместе и что-то делать, потому что каждый всегда занят своим делом. Но когда мы получили этот конструктор, мы каждый раз спрашивали друг у друга, ну что, мы сегодня собираемся, делаем. И это было так интересно, это было такое счастье. Я хочу, чтобы это счастье было у каждого из вас.
Поэтому обязательно покупайте эти конструкторы, если у вас есть возможность. Дарите их своим друзьям, близким. И если у вас тоже нет такой возможности со своими близкими, родными собираться вместе, делать что-то общее, то я думаю, что вот эта вот вещь, она сблизит вас. Еще раз хочу сказать огромное спасибо компании UGIRS за такой подарок, за такую возможность, за радость и за то, что они делают, потому что я не видела ничего подобного на нашем рынке. И я очень давно хотела, чтобы что-то подобное появилось. И я безумно, безумно благодарна им. И, ребята, реально спасибо вам большое за то, что подарили такое счастье, такую радость и такую возможность сблизиться со своими родными и провести такие незабываемые вечера. И теперь есть повод иногда собираться и играть на ней новые мелодии. Обязательно посмотрите ролик далее, потому что там я снимала специально для вас то, что мы делали. Конечно, я все это очень ускорю и многое вырежу, потому что, ну, слишком длинным получится ролик. И в конце я вставлю то, как мы на ней играли. Это было весело. Когда мы получили эту коробку, мы совершенно не знали, что нас ждет. Мы думали, что все будет намного проще, но оказалось, что это такая вещь, которую ты точно один не соберешь. Мы с огромным интересом распаковывали эту посылку, и когда мы ее открыли, у нас у всех был просто детский восторг. Ну скажите, вы разве никогда не радовались, когда видели очень много деталей, и вам разве не хотелось их потрогать? А тем более здесь есть такая возможность самому что-то создать. Может показаться, что здесь совершенно не нужно ни о чем думать, и за вас уже все продумано. Нет, это не так. Да, вам дается инструкция, да, вам даются детали, которые уже вырезаны, осталось их только выдавить из их рамочек. Но все не так просто. Здесь нужны сильные руки, здесь нужны гибкие мозги, а также огромное желание и интерес. Первым делом мы решили собрать молоточек, потому что без него невозможно некоторые детали вставить, и поэтому мы начали с него. Вы понимаете, что вы собираете не только музыкальную лиру, но и даже инструмент, который может пригодиться вам в хозяйстве. В коробке находилось 8 листов самых разных деталей. И их там очень много, поверьте мне. Очень-очень много. И я решила не вставлять абсолютно все то, что мы собирали, иначе этот ролик получился бы часа на два. Потому что у нас ушло очень много вечеров на то, чтобы собрать эту лиру. И это было так круто, мы все сплотились, и каждый вечер после работы, после своих дел садились просто и часа на три вот так вот отвлекались от всех своих дел и поглощались сборкой этой модели. Моя мама отделяла все детали от их основы и помогала собрать некоторые маленькие детали. Но так как у нее нет таких сильных рук, как у мужчины, например, у нас всем таким сложным занимался отец. Потому что у него сильные руки, и ему как-то привычнее работать с такими деталями. Да и все мы знаем, что мальчики очень любят конструкторы. Поэтому всю сборку у нас производил отец, а я показывала и говорила, куда что вставлять, как это делать, и следила за тем, чтобы каждая деталь была вставлена правильно. Нам даже наша кошка помогала. Она проверяла каждый раз, что мы делаем, и правильно ли мы все ставим. Нам удалось записать несколько моментов, когда она делала забавные вещи, и обязательно их вставлю. Самое сложное, что было в сборке данной лиры, это настройка звука. Я не представляю, как это можно сделать людям, которые
без музыкального образования, если только на слух, то этот слух нужно иметь, правда? Я думаю, что все-таки это больше для людей, которые занимаются музыкой или как-то относятся к музыке, так как мои родители учились в музыкальной школе, и они знают, как играть на инструментах, как настраивать звук, струны, как все это проверять. Поэтому это было просто для них. Но все равно было немного сложно, непривычно. Но это было так интересно, что я думаю, если бы у нас была возможность собрать еще что-то подобное, мы бы с радостью согласились. Потому что это приносит огромное удовольствие, и это сближает, это сплочает людей, и это отвлекает от всех обыденных дел. И звук мы реально долго настраивали. Мы сначала хотели даже написать техподдержку, чтобы узнать, как это сделать. Может быть, мы что-то делаем неправильно. Но потом, провозившись где-то час, мы это сделали. И в конце даже сыграли мелодию. Теперь мы в поиске новых мелодий, новых нот. Особенно «Игре престолов». Но я думаю, что можно подобрать на слух. Если у нас однажды это получится, то я обязательно дам вам посмотреть на это. А так, пока посмотрите то, что у нас получилось в итоге. Боже. И что, такой звук должен быть? Что такое? Надо... Не понял. Давай.